У меня есть два знакомых, один из них офицер. Они часто показывали, выставляли видео, как подрывали гранатой человека, который уже не мог сопротивляться, как издевались над детьми, над прятались в школах, прикрывались мирными жителями. Одного военного зовут Петя, фамилию я не помню, другого Давид, он офицер. Азовцы прям гордились тем, что они издеваются над людьми, что они убивают всех, даже обычных людей, которые ни в чем не виновны. Магазины не работали, аптеки не работали. Мы сидели в подвалах и не могли найти даже воду. Мы собирали дождевую воду и пили ее.